Нет разрешения, нет дома. В июле этого года в силу вступили изменения в федеральный закон о государственном кадастре недвижимости. Теперь перед тем, как построить дом на своем участке, необходимо получить соответствующее разрешение. В противном случае вы рискуете остаться без государственной регистрации прав на постройку. Сейчас для постановки на кадастровый учет индивидуального жилого дома необходимо представить в орган кадастрового учета технический план. И в соответствии с новыми требованиями технические планы, подготовленные кадастровыми инженерами, должны быть составлены на основании разрешения на строительство. Соответствующее разрешение можно получить в органах местного самоуправления. Для этого необходимо предоставить в уполномоченный орган либо через МФЦ документы на земельный участок, его градостроительный план, а также технический план будущего дома.